дизайнеры поняли, что фэшн – это индустрия, на которой можно заработать. Если это уже свой бренд, да, там уже начинаются там 150 тысяч, кто-то зарабатывает 500 000. То есть, ну, я не знаю нуждающихся дизайнеров. Не нуждаются, к счастью, ни в деньгах, ни в представлении. Имя, которое хотят носить. В свои 28 она была еще простой Дашей с Урала и решила все в своей жизни перекроить. Теперь Даша Гаузер – одна из ведущих российских дизайнеров. Когда Барби заходили на российский рынок, они выбрали меня, чтобы сделать коллаборацию. Когда был выпуск «Пингвинов Мадагаскара», я делала коллаборацию с 20 веком Фокс, и мы представляли совместную коллекцию на неделе моды. Я сотрудничаю с Макс, с Asus, с Шевроле, с Парламентом. Ну, то есть очень много компаний. Когда ты становишься дизайнером какой-то величины, и тебе начинают доверять и уважать твой стиль, и ты создал ДНК бренда, который копирует, приходят уже большие марки. Когда-то давно она решила бросить обычную работу и не жалеть, что не послушала маму, которая намекала дочь. В таком возрасте не то, что Москву покорять поздно, а в принципе пора успокоиться. Дочь не послушалась и стала шить, рисовать, вести блог и попала на все 4 буквы. Фэшн – ее профэшн, и как она нарисует, так и будет модно. Даша, а вот это вот что такое вот у вас? Объясните, расскажите. Это же карта звездного неба. Или что это? Знаете, так как я дизайнер формы и архитектуры, ну, не могла пропустить этот тренд свой же созданный. Это карта ночного Токио. Показ в рамках творческо-благотворительного проекта «Поколение М». Даша Гаузер консультирует будущих самарских дизайнеров. Лучшие получат возможность показать свои коллекции на Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Разве ли не мечта? Она свою осуществила, утверждает, что без связи и с нулевым капиталом. Но как это было, уже и не важно. Главное, что она делает моду, потому что верила в себя. Молодой человек, а вы знаете, что за показ? Ну, на фэшн-то похоже. Люди по привычке ходят в H&M и другие какие-то вот бутики, которые вот в Меге здесь расположены. И не знают, что можно эксклюзивно одеваться просто и быть красивым. Если ты понимаешь, что твоя мечта стать дизайнером, будь им. Просто вот станем. Просто ты была вчера там официанткой, сегодня ты дизайнер. И следуй своей мечте, не изменяй ей, и будь собой честной.